По поводу сзади придут, это так же, как с алкоголем. Когда в ханде не крути, сзади придут с алкоголем. Сколько не бери, все равно бежать. Да-да-да. Ой-ой! Не крути. Блять. Я испугался. А вы кого пугали, меня или их? Просадил одного, просадил. Он полечился так что. Да-да, он за углу. Он что-то кричит, войс. Не бейте. Я не понял. Лучше обоссыте или что? Ну чё там? Ну он чё-то это, на ливеринге. Он шел так прям. Он где-то за забором. Прокинуть нечего. Опять на тычке. Там глушитель стреляет. Одного убил, еще один здесь. Вот там вот есть у вас чел, да. Прокид. Китом? А вот здесь чел. Спасибо. Убил? Нет. Я боюсь, что он не сошел. Давайте тогда по классике жжем. Жги, жги, жги сразу. Лампу нашел. И я нашел. Там у забора человек у меня. Двое. Блять, я походу все. Иди, брат. Там аптечка, если что. Перестояло, что-то зря. А граната, я знаешь, что боялся? Что он наверх ее закинул на надгробие. На забор, на где эти плиты. И она меня спанет, я еще и кругаля дал. Очень долго было, блин. Я тоже это пометил. Отметил. Извините, у меня русский язык стал забывать. Там один, да, отошел. Блять, у нас еще здесь третий, да, чел? Какой-то. Тут горит тот. Это я поджог же, первого самого, которого убил. У тебя есть некор, я перед ним выпрыгнул бы. Нету. А попробуй так за ножку. Я дергаю за ногу, да? Давай, он тем более тычку получил вроде. Ой, там, по-моему, двое. Двое, да, мне тоже кажется. Блин, из саплей далеко. А вот здесь, когда убили двоих челов, пикал тип. Да, там был еще один, да, я увидел. Патроны. Показывал, что он в районе там был. А если это саплай наверх сбегаю, дерьмо идея за церковь? Попробуй, давай похолдимся. Мне, правда, только одну кеглю еще нужно найти, но я думаю, я найду по дороге. У меня есть три очка. Я могу сбегать, у Марса бегают люди. У меня минус полтинник, я так сик-сик. Да, ты как он все видит? По мне стреляет с глушака. А, с вышки, блядь, походу работает. Или нет? Слушай, тут трое, короче, по итогу. Ни хера не понял. Блин, мне прям пикаться. Нас оттуда кто-то стреляет. Это ну вот мне третий. Прилетало, да. И там трое. Ну-ка, ли... Мне показалось, сначала он на колокольне, потом я подумал, что он вообще на этой, на вышке. Аж пуль. Катя. Понял. Какой-то винчик, что ли, пуля там летит полгода. Пойдем до саплая. Идите, идите, да. Кстати, будут сидеть на мне. Там винчик или белька?
Еще что-то я не понял. А это не они вышли с... Они с босса вышли. Да, мы с тобой можем открутить, взять босса и повижно от дома с ними сыграть вообще? Да, полоски останавливаем. По угару. У тебя стойкость есть, Макс? Марс, Марс. Не, у меня же новый хант. New Hunt. Там причем у них винчик дальше всех находится. Делай то ли он с оптикой, то ли что. Винчик в темном, да? Я не видел, я просто видел, откуда стреляют. А. Блин, это винчик, да, у меня убивал в голову. А, у них крак, либель, получается, и винчик. Ну вот они взяли метки. Грингоманьяк. А он тебя убивал, да? Сейчас скажу. Вот он меня убил. Вот он с винчиком, кстати. Не, меня другой убирал. Со штыком. А, то есть винчик со штыком, а чем дальше? Всех интересно. Хрен его знает. По-моему, винчик со штыком. Когда кегда уже не нужна, она... А, надо в какую-то сторону откручивать, Серёг. Знаешь. А через все поле будем стреляться или также сократим путь? Я имею в виду, мы же у дерева не встанем большого. Ну, там ну, либо сбоку через... их попробовать. Либо через ранчо смотреть. Крутить, да, либо через сому. Отлично, идея, кстати, через ранчо. Давай вниз прям спустимся. Закрутить прям на локу и снизу выйти к ним через воду туда. А вот третий там вылез телек их. О, не, надо их, а крючки. Да добейте, убейте, поднимите чё. Да, ладно, давай, убить. Пока горит, нам нужно открутиться, он нам время как раз выигрывает, пока горит. Раз такой план, пойдем, значит, следовать ему. Блять, собаки, чего тут делаете? О, у нее еще полосок-то гореть и гореть. Я сейчас домой сбегать успею. Да, у меня тут первые 25 сгорел. Попить. Попить вынесешь, не, меня загонят, но пиздец, они видят. Очень хорошо видит. Они, короче, наш план это. Рассекретили. Собаку слышали просто. Ну и вижу, я думаю, не дурачки, да. Подчекивает. Кстати, поход за виженным вторым. А, ничего, нет. Хорош. Винчик нормально стреляет. Не, он все. Вот это меня убивал. Пойдем еще, может, правее. Надо от этого кренделя открутиться. Один другого чуть-чуть кроет. К забору подходишь, там сразу прошьют. Я его не вижу, он меня видит, мне не да нравится. Да это как это. Обычно, блин. Нет, тоже мне все ребит перед глазами от забора, это, блядь, кукурузы. Это, по-моему, уже в белый зашел дом. Или нет? Вообще только одну мал не вижу. Ну, там что-то одну метку не взяли. Вот метка сзади. Бог ты мой, да-да-да, я что-то, извините. Они пошли своего поднимать. Поле? Да, оба там у зернохранилища. Но мы не успеем Марс поднять, блять, херово дело. Да, уже подняли. Бегут на Марса.
Ай-яй-яй-яй. Между деревьев, Серег, видишь его? Маленький хуторик по прямой, да. Там. Отмрежу всех. Опять у них интересный позишн. Вот, сука. В аптеке все. А, это жук. Мне показалось, может, второй там, они же вместе. Я этого не вижу. А, они внутри, походу. Брат, а ты позалечь, или тебя залечить, ты говорил про аптеки? Не-не, я шприц заюзал последний, все. Давай, давай на эту, на локу. Два на локе. От нее сейчас сыграю. Оп, пока. Бля, спасибо, прикрыл. Право, Лех. На грабах, на брабах. Да, я да. Вижу его. Не, я, ты стоишь просто, он тебя целит, блядь, я об этом. Здесь на локе уже. Блин. И этих сейчас третий, тут такое все время просидел. Он плюс еще одного бы мог резнуть. Мы же только одного сожгли, получается. Не, по-моему, двоих. Я не пожигал. А, ты же не донес, точно. Угу. А, не пиздец, как вас прекрасно видят. Не говори, Настя. Я вот вообще ни хрена не вижу. Но где-то засел. Теперь он меня слышит, я его нет. Он как будто в этой части уже засел. Да. Так я и думал. Один на Марсе и второй там рядышком тоже. Патроны, спасибо. Ты убил кого-то, да? Да, минус сделал. Ой, здесь прости, я инфу не дал. Извини, я что-то вот это... Так, давай на этом повисим чуть-чуть. Спасибо, Ирочка, по сути, остался работает. Один шотный, правильно? Не шот, не-не-не. Нихуя он, блядь, кидает. Им что, увидят? Бля, я вижу, только поздно. Один вот здесь под забором, блядь. Ой, чё это я? Чёрный какой-то взял. Да, прям на улу стоит. Ну что ж, мых кроет. Так, ладненько. Слушай, у меня есть мухи, подожди-ка, брат. Они оба вправо ушли, Серег. Принял, спасибо за инфу, это важненько. При прокидочке бывает. Да, я не попал. Хорошо. Где-то. И где-то вот тут он. А нет, я пизжу. Хорош! Тут. Хорошо! Бля, с кайфом пиво попил, посидел хоть. Так, а я же это, могу тебя просто поднять, что я лутаюсь-то.